голова. Красотка, черепашка, как говорят. Ой, какое-то есть высказывание про черепах. Ну еще, что принцессы на выставках, королевы в питомниках. Действительно, это окрас, который работать подходит под любого. Достаточно хорошая костная структура головы, хотелось бы чуть больше, ну, более равномерного теневого на полу. Короткий, аккуратный нос, пуповочки. То же самое с окрасом. Я думаю, что она обычная калико, естественно, никуда не трогаем. А глаза просто чистый апельсин, огромные, выразительные.